Здравствуйте! Добро пожаловать в систему перевозок «Черная месса». Этот автоматический поезд призван обеспечить безопасность и удобство сотрудников исследовательского центра «Черная месса». Текущее время 8:47 утра. Внешняя температура 33,8 градуса с ожидаемым повышением до 41 градуса. В здании центра всегда поддерживается температура 20 градусов по Цельсию. Из-за высокой токсичности микросреды в исследовательском центре, как следствие работы с материалами, запрещено курить, есть и пить в транспортной системе «Черная месса». Оставайтесь внутри поезда при любых обстоятельствах. Не пытайтесь открыть двери до тех пор, пока поезд не остановится полностью возле платформы станции. В аварийных ситуациях пассажиры обязаны оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. При необходимости покинуть поезд преимущество имеют люди с ограниченной подвижностью. Остерегайтесь шин высокого напряжения и следуйте к аварийной станции до прибытия помощи. У вас есть друг или родственник, который может оказаться ценным сотрудником «Черной мессы»? В данный момент имеются вакансии в области работы с материалами и низкоуровневой безопасности. Для получения подробной информации обратитесь к сотрудникам «Черной мессы». Если у вас есть знания и опыт работы в сферах теоретическая физика, биотехнология или другие высокотехнологичные области, вы можете обратиться в наш гражданский отдел кадров. Исследовательский центр «Черная месса» предоставляет всем равные возможности. Напоминание всем сотрудникам «Черной мессы». Запланированные проверки уровня радиации и биологической угрозы являются обязательным условием работы в исследовательском центре «Черная месса». Уклонение от прохождения обязательной проверки является основанием для немедленного уничтожения. Если вы почувствовали, что в процессе выполнения своих обязанностей вы подверглись действию радиоактивных материалов, немедленно сообщите об этом ответственному за радиационную безопасность офицеру. Работайте бдительно и благоразумно. От этого зависит ваше будущее. Now arriving at Area 3 Research Labs. Please stand back from the automated door until it has fully opened. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings. Thank you, and have a safe and productive day. Good morning, Mr. Redgrave. You've come too early today. You've got more than 1 hour, so meanwhile you can go to Hazard Place. It's very useful training and you will need it in the future. Have a nice day.
Как дела, сэр? Добро пожаловать на курс обучения использованию скафандра. Я твой голографический тренер. Начнем обучение с того, что оденем скафандр. Он находится за дверью прямо перед тобой. Если увидишь такую кнопку, нажми. Welcome to the HEV Mark 4. Protective system for use in hazardous environment conditions. Перемещение в скафандре сначала может немного дезориентировать тебя, поэтому попробуй простые перемещения. Предупреждение, основной мощность аварии на уровень 5. The first move we will practice in the hazard course. Нет, я не хочу умирать. Thank you.
Кто несет ответ за все? It's probably those anomalous materials people again. Always pushing their equipment too hard, dabbling in who knows what. Так я и думал. You're right. The problem is in the sector C. High electromagnetic field is detected in that sector. Хорошо. У тебя есть какие-нибудь идеи, что делать дальше? I know what to do. Someone have to go to the sector C and shut down the gamma reactor. But who can do it? Ты думаешь тоже, что и я? Thomas, you've got HEV suit. You can do it. Please, go to the sector C and shut down the gamma reactor. It's a small reactor beyond the test chamber. Of course, the sector C is too far from here, but you can use the transit system. Thank you.